Сегодня уже 28 декабря, до Нового года осталось совсем ничего. В этот прекрасный солнечный день, после посещения Сан-Хуана, практически сразу, я оказываюсь на вершине горы Арчанда. Вот это правильно. Это не самая высокая гора в Бильбао, но одна из высоких точек, с которых великолепно можно рассмотреть весь Бильбао. Сюда мы добрались на фуникулёре. Единственный небольшой минус. Сегодня погода немножко дымчатая. И поэтому не очень хорошо виден город, как это бывает обычно. В преддверии Нового года стреляют. Но мы наслаждаемся последними солнечными денечками, поскольку завтра обещали опять эти обычные зимние бильбаовские дожди. Так, ну, собственно, что мы можем видеть здесь? Очень плохо. Кусочек реки Нервьон. Кусочек реки уже такой поворот. Так, вот здесь вот Гугенхайм и Красный мост. Вот он виден отсюда. Башню энергетической компании, стекляшку. Мосты. Вот все плато, как на ладони. И вокруг холмы. Холмы. Ну, видно плохо, поэтому так галку поставила, что поднимались на фуникулёре за 1 евро. Ой, хотя сейчас вот хорошо видно. Как замечательно стало видно. Чуть солнце скрылось. И Гугенхайм виден. И река замечательно сразу проявилась. Я не вижу Пласу де Торо, и я не вижу стадион. Но они вообще должны быть вот в той стороне, куда я сейчас смотрю. За стекляшкой туда. Там же мы и живем. Ну вот, собственно, и все. Больше ничего интересного здесь нет.